Ежегодно в библиотеке составляется специальный каталог юбиляров, куда входят книги, которым 25 лет и более. Самые интересные выставлены на полке для всеобщего обозрения. Удивительно, но раньше такого ажиотажа на эти книги среди читателей не было. Благодаря идее познакомить жителей Полевского с книгами и юбилярами, они вновь стали популярны. Книги эти – классика признанная, и поэтому… Молодое поколение делает для себя какие-то открытия, а постарше люди перечитывают, смотрят уже другим взглядом на эти произведения. В общем, пользуются спросом, обновляем выставки периодически новыми книгами. В этом году у нас стояли книги «Бедная Лиза» Карамзина, этому произведению уже 220 лет. Марк Твен стоял, Конан Дойль, советские писатели, русская классика, советская. Вот все это у нас выставлено на книжных выставках «Книги и юбиляры» 2012 года. В этих книгах собраны произведения, где писатели говорят о вечном, о любви к родине, дружбе, семейных отношениях. В списке книг юбиляров любимые российские и зарубежные авторы. Многие из этих творений экранизированы. Пока работает выставка, можно смело прийти в библиотеку и хоть на час погрузиться в мир книг. Чтение делает нашу жизнь более яркой, насыщенной и разнообразной, помогает фантазировать и формирует правильное мировоззрение. В этом году около 70 книг юбиляров. Самой старой стала поэма «Слово о полку Игореве». Ей исполнилось 825 лет, но интерес к ней не был утрачен. Кто-то берет ее почитать, чтобы открыть новые страницы истории. А я возьму эту поэму, чтобы вспомнить уроки литературы и по-новому взглянуть на нее спустя много лет. Игорь Соколов, Константин Миронов, новости нашего города.